Однозначно
высказалась за то, чтобы участвовать в этом проекте. Она была последовательной, и в ноябре 2010 года был благоприятный результат конкурса на завершение Министерства культуры. И в 2011 году мы где-то зрелым летом закончили окончательно фильм, работу, и держали в руках копии, фильмокопии. А, вот такая история. Значит, почему это так? Ну, она банальная. Денег нет, не снимают, деньги есть, снимают. А вопрос состоял уже следующего, наверное, возникнет в процессе ваших вопросов. А вот это реальная ситуация, в которой создан был этот фильм. Да, вот такая жизнь вам знакома. Спасибо. Но это еще хэппи-энд, поскольку очень много вариантов, чтобы фильм не был закончен. Так, у кого есть вопросы из зала? Если нет, я, как обычно, могу начать. Да, пожалуйста. У вас очень богатый вопрос к режиссеру актерском составе. У вас очень богатый состав актеров, они очень разные. Но что, на мой взгляд, их соединяет, это факт, что они все играют стилистикой, стилизованной манерой, можно так слегка описывать. Вы им на площадке давали какие-нибудь советы, которые объединяют эти стилистики, или каждый по-своему в течение этих лет выполнили? Нет, общих так называемых комсомольских собраний с актерами у нас не проводилось. У нас был очень серьезный кастинг, который по времени продвижения, развития проекта останавливался из-за паузы в работе, отсутствия денег, и потом шли какие-то редакции предполагаемых участников проекта. Но очень просто вам скажу, что первая по счету новелла снималась та, которая завершающая в фильме. И центр моего определения в дальнейшем подборе актеров в течение уже 10 последующих лет, это был актер Алексей Серебряков. Вокруг него, то есть он был камертоном, на который все остальное подбиралось. Еще вопрос. А может быть, я отвечу еще из охоты актеров на этот вопрос, а просто по поводу стилистика. Я еще не был ни разу на таких съемках, где так тщательно обсуждается свой персонаж, который я играю, который очень... Дело в том, что Женя не попытался нам сказать, как мы должны это делать. А, скорее всего, он попытался, у меня было такое ощущение, что направить нас в правильное как-то направление, что ли. И вот это в этом-то и стилистика и есть, какая некая, потому что, да, мы играли не по-бытовому, а была, какая-то есть, какая-то некая, который, в принципе, по крайней мере, для меня, как актера, это сложно понять, потому что это надо понять со стороны, поэтому было очень важно во время съемки был диалог с режиссером. И этого как-то, без этого я даже не представил, если бы не было такого тесного общения, поэтому это было, в принципе, поэтому оттуда можно было как-то понять, куда двигаться и как. Очень живописный, очень зрелищный, очень такой затягивающий в себя фильм. И с этой точки зрения он, конечно, действует. Но какие-то смыслы ускользают от моего сознания. Например, почему все-таки в этой последней новелле, в которой действует человек, условно говоря, современный, но, по крайней мере, современнее, чем 17 или 19 лет, почему все-таки именно на нем сломала себе зубы великая и бессмертная Лилит? Вы оптимист или... Я понял вопрос, да.
Дело в том, что этот фильм не является мессианским или нравоучительным, или, или приглашающим следовать каким-то примерам, правилам, осуждениям или приветствиям. Это некое пространство, в котором смыслы, о которых вы упоминаете, они могут быть такими, а могут быть и другими. Они зыбкие, они тревожные, они беспокойные. Есть внешняя канва событий, которые ну, мы предложили вам наблюдать, но есть соединение тех вещей, которые не проговариваются. Извините за вульгарность, не проигрывается даже иногда. Потому что где-то существует рядом, впереди или, или в стороночке, некое существование уже не плохо регулируемый режиссер, который дает возможность многозначности восприятия того или иного движения фабулы. Фабула не является здесь ну, каким-то очень серьезным, важным двигающим элементом. Это способ. Так, еще вопросы? Скажите, пожалуйста, вот как родилось это название, объединяющее эти три награды? Спасибо. Ну, название, оно родилось, оно было готово перед началом работы. Я знаю, что существуют практики, когда работа начинается или планируется, говорят, что, ребята, это рабочее название, мы еще уточнимся и так далее. Ну, оно нелегко удалось, это название, но оно все-таки ко времени было, ну, разглашено. И по-всякому, когда еще фильм был на уровне синопсиса, я помню, как одна французская опытная дама, которая консультирует пирамиду интернейсов, я не буду имен называть, она очень благожелательно отнеслась к затее, но заметила мне. Евгений, вам, может быть, следует что-то ну, с названием более понятно, более внятное, да? Это поможет вашему проекту. Сейчас мало людей встречал, которые бы не были бы ну, недовольны да, этим названием. Оно имеет смысл здесь, конечно. Я не знаю, это английская версия начальных титров, и там есть эпиграф на английском. Удалось ли вам его прочитать? Спасибо, да. Нет перевода там? Нет, он на английский идет. В этой версии, да. Вот. Вы да переведите для тех, кто прочел, но не понял. Ну, вы знаете, я наизусть не помню, извините, пожалуйста. Я не могу цитировать. Но если это написано, то для чего-то это нужно было. Извините, по-русски там не было написано. Так, еще вопросы? Да, давайте не будем формализовать это мероприятие. Действительно, я готов ответить на любые вопросы без ограничений. И у меня коллеги тут, актеры, без которых ничего этого было, нельзя было сделать. Алексей, скажите, пожалуйста, каково это вот пережить такой долгий, затянувшийся во времени фильм? Была ли у вас возможность его уже пересмотреть в окончательном варианте? И какие мысли возникли и чувства по этому поводу? Картины я не видел, поэтому не могу обсуждать результат, могу лишь сказать, что я вспоминаю об этой работе, ну, о времени 13 лет тому назад, как о самом лучшем периоде в моей актерской биографии, наверное, потому что для любого артиста нести свою свечку по дну бассейна гораздо важнее, чем делать вид, что ты думаешь о том, кто кого убил. Посему, конечно, я очень переживал за Женю, потому что считаю его одним из, ну я не буду там громких эпитетов, но одним из глубочайших режиссеров, с которыми мне пришлось работать. В этом смысле это большой плюс, потому что тогда я не знаю, что играть, я, в общем, на самом деле питался только от него, от его эмоций, от его непонятных для меня формулировок и смысловых нагрузок.
которая, в общем, там, это какая-то, как Гольфстрим под айсбергом. Сейчас мало кто знает, что такое Гольфстрим, а тем более айсберг. Поэтому, конечно, это было великое счастье, удовольствие, вот эти 15 съемочных дней. И я очень хотел, чтобы этот проект реализовался. Это достаточно мучительно ждать, что ты что-то сделал, а это не появляется нигде. Еще более мучительно понимать, что даже когда это сделано и появилось, это никому или очень мало кому нужно. Очень хотелось бы, чтобы эта картина нашла свою аудиторию, пускай она будет очень малозначительной и незначительной, но чтобы все-таки это кино дошло до тех людей, которые интересуются кино как искусство, которые умеют читать не только примитивные тексты нынешних беллетристов, но и сложные тексты Кафки или Сартра. Посему для этого необходимо, конечно, образование. Такие люди есть, их немного, и очень хочется, чтобы они эту картину увидели. И очень приятно, что Московский кинофестиваль взял эту картину в конкурс, потому что есть надежда, что какой-то слух и какая-то информация об этой картине появится. Что еще хочется сказать? Да, в общем, и все. Вот так. Спасибо. Еще вопросы? У меня вопрос к продюсеру, к Наталье Ивановой. Поскольку фильм опирается на многие художественные, литературные и визуальные традиции европейские, то, наверное, этот фильм, мне кажется, должен быть интересен и иностранному зрителю. Есть ли у вас перспективы дистрибуции в других странах, по всему миру, короче говоря? Тоже ответить, потому что есть результат. Жень, скажи. У нас Наталья по вопросу Запада, условно, была скоротечная, удачная сделка с вам известной, наверное, артхаусной компании Sales Agent Buyet Management в Париже, мировые продажи. Остались за нами территории постсоветского союза, которые, мы надеемся, вот Алексей упомянул. Мы благодарны свету Юпитера Московского фестиваля и возможности действительно, может быть, привлечь внимание дистрибьюторов постсоветского пространства в нашей работе. Я думаю, что в этом можете помочь нам даже и вы, господа журналисты, тем, кому картина понравилась. Дело в том, что еще для того, чтобы нам ее реализовать, я думаю, что сейчас ее фестивальный прокат, мы надеемся на это, и дальше уже решать, кому нам ее предлагать в России. Да, а теперь... Я прошу прощения, можно я просто добавлю? Да. Я не помню, в каком году, но на каком-то очередном московском кинофестивале гран-при получила картина французской режиссера Иоланда Заберман и Иван Явра, в которой снимались большое количество великих русских артистов. К сожалению, так случилось, что эту картину в России никто не видел, хотя она получила гран-при Московского кинофестиваля. Хотелось бы, чтобы вот с картиной «Гольфстрим под айсбергом» произошла какая-то другая история, может быть, какие-то каналы государственные заинтересовались этой работой. Мы будем стараться, Леш, вместе все. Ну, ты, Иван, я Абрам показывался тогда, когда вообще проката не было как такового. Но телевизор был. Телевизор был, да. Ну, только теперь у вас телевизор в программе. Так, теперь к актрисам вернемся. Вернемся к актрисам. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что существуют разные способы работы на съемочной площадке, один человек стоит там, например, сделает такое-то лицо и так далее, другой. Вы понимаете, что вы играете разные ипостаси одной и той же женщины, которую зовут Лили.
И тогда вы что-то стараетесь узнать про эту Лилит и каким-то образом примерить ее к себе или к той части женщины, которая, возможно, есть в любой из нас. Вот какой способ каждая из вас выбирала и каким образом, если читали что-то, то что у вас сохранилось в памяти об этой самой Лилит и что в любой женщине есть такого или вас, что вам как-то это помогает, ну, понять хотя бы? Ну, во-первых, у меня было полное доверие режиссеру, который мне сказал, что ты ничего не бойся, поскольку я давно не снималась, и я тебя возьму за руку и проведу очень осторожно по этой картине. Поэтому и, пожалуйста, ничего не играй, оставайся сама собой. Все, что ты в себе накопила, весь свой опыт актерский, и ту боль, которая у меня есть, потому что был закрыт мой театр. Я актриса театра Шапира Тюза. Выросли границы, связанные с кино. И у меня была своя боль, своя история. И я как-то это очень переложила и наполнила этим свое существование на площадке. То есть боль Лилит перекликалась с моей личной болью. Ну, скажем так. А все остальное, что касается силы женской энергетики и на площадке покорить своего партнера и заразить его некой энергией и оправдать Лилит, это я уже делала, так сказать, по ходу съемок, существую сегодня и сейчас вот в кадре. А другие актрисы попробуют ответить? Ну, знаете, я тоже, наверное, была ведома все-таки режиссером и отталкиваюсь от него. Он перед выходом на площадку давал много каких-то напутствий. И, в общем-то, я ничего специального не читала, мы просто разговаривали перед тем, как начать снимать, поэтому я очень благодарна, это все его заслуга. Это была первая моя работа в кино, и тоже я слышала из режиссера, очень сложно было сначала и понять, и все. И благодаря опытным партнерам, каких-то Вилиха Пасала и Ольга Шапицкая, очень помогли, а потом уже сама я не заметила, и слушала из режиссера, и все это помогло. И эта картина, которую съемочные дни, несколько, вот три дня, очень мне на всю жизнь запомнится, потому что там я, как начинающая актриса, как нужно работать профессионально, до мелочей точно, и действительно вот такой проект ровно всю жизнь. И после этой картины мне идти на кастинг и выбирать сценарий и работать очень сложно, потому что уже знаешь, что, как нужно работать, и с такими людьми работать действительно, вот, как говорится, легко делать вот, действительно хорошие дела, когда помогают хорошие люди. И желаю успехов да, этой картине. Спасибо. Ну, я думаю, что на этом пожелание успехов, к которому, я думаю, присоединяются все присутствующие, мы можем закончить. И надеяться, что судьба будет в первой части, как картина, которая была названа Гребенщиковым, а вот во второй части будет иной.